сегодняшнем выпуске? Едем в Барселону. Первый спот – это волна. Или спот имени Арины Брабус теперь, как мы решили, негласно. И дальше мы едем в местный BMX-шоп, посмотрим, что там поставщику. Очень классные места, удобные, комфортно, мне так нравится. Вид из окна посмотреть. Это самая красивая железнодорожная станция, которую я когда-либо видел. Неутешительные новости. Идет ярмарка злоебучая. И закрыт спот. Типа не пускают. Можно посмотреть, но потрогать нельзя. Немножко незаконно, но мы смогли ворваться в одну из частей этой штуки. Антон сейчас будет пробовать бар. На самом деле тут не так-то просто. Они такие ощутимые, эти волнушки. Чем хуёвее, тем святовее. Я хочу сделать флэр на знаменитой волнушке. Хз, как это вообще возможно? Мне кажется, Максим не понимает, что. Сложно, сложнее, чем кажется на видосах. Хоть я и умею флэр вроде, но тут моего скилла недостаточно. Потому что еще хочется покататься лапами и выжить. В общем, есть в этой волнушке очень знаменитый спот. Кроме этих волнушек, есть еще такая штука, где есть ворота. Ну и обязательным ритуалом, помимо флэра, которого я не сделал, является проехать вот эту арочку. Вон Артём стоит, пускай они с ней поймают. Да, на самом деле, да, тут достаточно высоко. Здесь больше 3 метров. И, ну, как бы это кажется, что стена, она такая, типа, прям под буллрайд, и по ней очень удобно ехать, но когда туда наверх заезжаешь, это как бы немножко не так. Погнали. Девиз нашей поездки. Больше страшно, чем сложно. Антон нарушает, смотрите. Он заступил за черту и проехал на красный свет велосипедного светофора. Ворот не включи еще. Руку не показал. А, хотя он не совершал поворот. Показал. Да. Ну вот в этом здании где-то надо искать.
Можно найти Wi-Fi и посмотреть там. Не работает. Суббота. Сиеста. Испанцы не любят работать. Давайте посмотрим. Может, на сайте у них что-то написано. Ну, короче, мы покатались на волне. Катались прикольно. Типа, попробовали трючки все, что-то поделали. Спот крутой, но на видосах кажется гораздо проще. Сейчас мы приехали уже в сам город. Заехали в BMX-шоп, он оказался закрыт. Надо чекнуть, типа, что у них, перерыв или нет. И мы остались похавать на какой-то улочке. Улочка вроде как типа центральная, на ней очень много всего. Много людей. Просто... Что вы заказали? Я заказал пиццу. Я вообще лук не люблю, но здесь он так клево хрустит. Мне нравится. А у вас? Хачапури, 4 сыра. И chicken wings. А мы ели греческую шавуху в Пите. Вон в том заведении. Ставь лайк, если тебе это интересно. Анальных аэр... Ляжишку. Ляжишку хочу. Едем за ляжишкой. Бля, я не могу поехать на камеру! Спасибо, быстро! Поехали, если так будет. Я не знаю, сколько суток прошло с того момента, как мы начали подниматься в гору, чтобы посмотреть на Барселону с высоты птичьего полета. По-моему, уже суток трое. И мы идем в гору. Непосредственно с места событий. Шла четвертая неделя. Мы поднимались на смотровую. Силы были на исходе, но мы держались до последнего. Держимся на связи. Вот. Поэтому будем вас держать в курсе, чтобы не переживали, как оно там. Прошло 10 лет, мы еще в пути, у некоторых уже родились дети и ушли от нас, но мы продолжаем свой путь в гору, когда-нибудь у нас это обязательно получится. Конец этой эры на исходе, но мы добрались до цели. Вообще ни разу не туристическое место, прям какой-то эксклюзив для местных. Вот, потрясающе, что мы сюда дошли. Мы приехали для вот спуск для даунхилла тут нашли. Следующий... Вот спуск для даунхилла, начинается трасса вот так вот. И вот туда куда-то там съезжаешь. Вон там вот выезжаешь на тропинке. Мы бы, конечно, попробовали съехать, показать вам, как трасса, но мы все без тормозов, а без тормозов ну, совсем уже жестко. Ну а так бы, конечно, мы съехали. Я хотел спуститься, я уже почти начал, но потом решил вернуться домой живо. И передумал. В принципе, первая половина, блядь, хуяси. Я на испанском что-то прочитал. Что ты писал на испанском? А, то, что продукт содержит никотин и может вызывать привыкание. Не рекомендуется. Ты ну... понимаешь, да, что это понятно тебе только на интуитивном уровне. Бля, что... ты чё, говна наелся, что ли, разбрасываешься? Зачем? Пиздец, блядь, лишь бы доебаться просто. Ты за что меня так не любишь, сука? Да. Блядь, я в кровать насру сегодня. Чтобы, блядь, хоть как-то компенсировать. Походу, проблемы, да. Ну а теперь нам предстоит самая увлекательная часть нашего подъема, это дичайший спуск. Мне жалко мои кроссовки.
меня перегрев тапок. Горячий. Пипец горячий. Все больнее. Блин, в Барселону без тормозов больше не поеду. Мне очень нравятся велодорожки, я очень хочу жить в городе, где много велодорожек. Я надеюсь, в Москве когда-нибудь будет много велодорожек. И люди зимой все равно будут. Фанаты Максима, новые подписчики. У тебя там подписчики новые. Артём, а что вы думаете по этому поводу? По которому? Потому что Макс ехал на заднем колесе вот с этой адской чертяки? Да. Я думаю, это... невероятно. А вы, Антон? Класс. Мне баник флагу сделал. Класс. Это даже испанцы, шатчер, которые пытался со мной... испанец, который пытался со мной беседу вести. Теперь у меня будет две руки замотанные. Болит-то пипец. Артём, кстати, просто съехал. Артём, ваши ощущения? Максим дурень вообще просто, я не понимаю. Я ехал по прямой, я щемился максимально, мне очень страшно. Давай просто вот по той отснимем. Что будешь делать? Ну просто типа баня, проеду и... В эту сторону? Вот оттуда. Мы ворвались в местную тусу. Мы не знаем, что тут происходит, но очень интересно. Айдане. Чаткерли пытаюсь что-то. Чаткерли, пацаны. Локальчик чаткерли. Смотри, вот. Сегодняшний день подошел к концу. Он прошел замечательно в городе Барселона. Мы побывали на легендарном споте, на котором находимся и сейчас. На многих. Сделал трех около собора. Артём купил очки. Антон сделал бар в квотере. В волне. Антон, да. Айгарян. Айгарян купил жишку. Все, завтра едем в Лапом обратно. Ha ha ha.